У Могилеве з аншлагом пройшла прем'єра мультфільма «Маленький принц», причому сучасний мультик агучений по-білоруску. Проекту «Білоруські вікенди» амаль год, однак у першиню його заснувальники завітали у регіон. У Могилеве, як і у Гродні, зала була повна. «Маленький принц» – французский мультфильм, снятый по мотивах сусветно ведомой казки «Экзюпери». Премьера мультика отбылась 2 года тому на Каннском кинофестивале. «Стушка» на 9-м месте у свете, как самое кассовое лялечное кино. У Беларуси у прокат оно вышло на родной мове. Сутность проекта у тем, что это сусветное кино, классное, доброе кино, которое, может быть, не было зауважено русскими прокатчиками по-русски. Вот, например, «Маленький принц» не был в регионах, это премьера, хоть это мультик 2014 года, а это мультфильмы и фильмы, которые мы любим. Это якостная профессийная гучка на белорусской мове. Это фишка «Доброе кино по-белорусски». По словам основанников проекта, инициатива оказалась запотребованной не только у Минску, а и у регионах. Для нас это соправды подарунок, потому что не так часто мы гучим мультики. Мы в основном огучиваем некие дорослые фильмы, а тут таких шерых колеров, когда ты можешь показать и разные характеры своего голоса и своей актерской профессии. Заснавальники проекта переклали на белорусскую мову литературную першую крыницу «Маленького принца». Книги поступить у школьной библиотеки. Татьяна Сергеевич, Виталь Алексеенко, «Новины региона».